позвольте раскланяться. Нам весенний услышится глаз, и закатом пусть небо румянится этим вечером только для вас. Этот вечер сейчас неожиданно вам сюрпризы раскроет свои. Он так ласков, приятен невиданно, будет яро, как света лучи. В этот вечер мы шанс предоставим все заботы забыть на потом. Встречу с праздником вам обещаю. Приходите в наш сказочный дом. Добрый вечер, наши замечательные зрители, верные поклонники и новые друзья. Здравствуйте. Мы рады приветствовать сегодня всех вас в нашем зале на отчетном концерте творческих коллективов Центра культуры «Восход». Наш концерт называется «Приходите в наш дом», что говорит о том, что мы всегда рады тому, что вы посещаете наш Центр культуры и досуга, который является домом для нас. И мы очень хотим, чтобы он стал домом для вас. Пройдем еще один этап творческой и общественной жизни коллектива Центра культуры и досуга. Наши юные и взрослые звезды достигли новых высот. Нам покоряются новые вершины. Уровень исполнительского мастерства становится выше. И свой свет сегодня мы дарим вам, уважаемые зрители, родители и гости нашего ежегодного отчетного концерта. Итак, для нас открывают свои двери удивительный мир. Мир творчества, грации, мастерства и фантазии. Мир изящного, легкого танца и звонкой, радостной песни. Итак, на сцене вокальная группа «Романтики» и «Довесольки». Просто. Вы говорите, что...
а мы усложняем все понятное и легкодоступное. Так с чего же мы сегодня начнем? Я думаю, что нам нужно начать с самых маленьких жителей нашего дома. Ну что ж, принято, начнем с малышей. На сцене хореографическая студия «Кнопики». Руководитель Екатерина Полеева. Танец «Веснушки». Включайте. Be better, baby.
старший группа народного ансамбля танца «Дубравушка», руководитель Евгения Рещук. Русский хоровод. Здесь волжский дух,
народная страна, стоят деревья важно, величаво, и дух степи пьянит сильнее вина. Народных песен сладостные ноты, для нас, как корни предков, светлый рай. Народных песен вечные красоты, нам слаще меда, ты не забывай. На сцене хор народной песни «Рябинушка», руководитель Иван Петрович Корниенко. Встречайте!
народного ансамбля танца «Дубравушка», руководитель Евгений Грищук. Танец «В саду». Понимаю, у дорог прислонил.
гармошка играет, пальцы ветра по кнопочкам расправится. А последняя опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, но ко мне оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, но ко мне оторвался.
занятия по душе, по своим способностям, и начинается кропотливый и увлекательный процесс обучения. Ведь каждый ребенок, он деятель, и его жизнь наполнена прежде всего творчеством. Соратники и просто неравнодушные люди. Но главное – это родители. Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, для вас наши следующие музыкальные подарки. Встречайте, дорогие друзья! Аплодисменты, дорогие друзья! Итак, ну что ж,
Продолжаем дальше. Песня «Локальная студия для рисовки». Песня «На десерт». Часики идут, часики идут, часики.
группа «Домисольки» с песней «Улыбайся».
Я отступлю. Я тебя руна, за тебя каждый.
танцевальный коллектив «Джаз-фанк», руководитель группы Юлия Деревянко. «Люблю танцевать». Придешь до
жизнь, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я жизнь не пью один. Ого, однако же не пасточка. И что творит хотя бы так? У нас в кафе молочка, а пасточка, да ведь я, как может так? А у тебя подруги зим, все вяжут шапочки для зим, а ты к ним скучно, как разин, дуреешь зим. Как вот Алинка Федосеева, кассирша из Цыпкова. Ты где все есть, это Василий, а нам так в общем ничего. А чем убраться лучше вам, поедем в отпуск. Итак, дорогие друзья, спасибо. А на сцене стиляги зажигают. We'll be right back.
Ты начал танцевать, чем вот сидеть без слов. Слышишь этот ритм, чувствуешь этот драйв. Значит, ты свободен танцевать. Thank you.
она отмечает Международный день танца. Вы дарите опыт, знания, силу, энергетику своим ученикам, которые стремятся добиваться с каждым днем новых высот в таком потрясающем искусстве, как хореография. Вы показываете им этот чудный мир, где ноты и движения неотделимы друг от друга. Аплодисменты! Мы выражаем вам искреннюю благодарность и признательность. Желаем никогда не утратить интереса к своей деятельности и с каждым днем стремиться к большим победам. Желаем никогда не уставать и всегда пополнять свой арсенал яркими идеями. Желаем замечательного настроения и счастливой, насыщенной жизни. Ну, естественно, без наград сегодня никуда. Почетная грамота награждается Екатерина Александровна Поленева за высокий профессионализм, целеустремленность, правотливый труд, творческие достижения и вклад в развитие хореографического искусства. Дальше почетной грамотой награждается Светлана Ивановна Иванова за высокий искусство, хотел бы даже сказать, что это почетная грамота от главы администрации городского музея Петра Дуброва Крашенинникова Виктора Владимира Александровича, прошу прощения, человек местный, и директора ЦКД «Восход» Светланы Михайловны Макаровой. Почетной грамотой награждается Евгения Алексеевна Грищук. Милый руководитель, мы никуда не уходим со сцены. Не уходим, вернитесь, пожалуйста, на сцену. Долго шла эта награда, наконец она дошла. Мы хотим поздравить Грищук Евгению Алексеевну с заслуженной наградой. Куйбышев – запасная столица. Дорогие друзья, я знаю, что сейчас в зале находится Гельмединова Людмила Александровна. Я прошу ее тоже подняться на сцену. Все, что
Thank you.
премьера танца «Деревенский мирепляс». Для вас танцуют ребята ансамбля танца «Дубравушка».
Дорогие друзья, мы очень рады, что можем вернуть к нашему дому, нашему центру культуры и досуга, из года в год становится сильнее и ярче. Ведь каждый работник культуры рад принести в вашу жизнь радость встречи с прекрасным. Именно для вас, друзья, Центр культуры и досуга «Восход» зажигает огни. Мы искренне ждем вас в гости в качестве зрителей и участников. Обязательно приходите в наш дом. Огромное спасибо, дорогие друзья, что вы сегодня, Международный день танца, посетили наш концерт. Разрешите еще раз перечислить артистов, которые радовали вас своим мастерством, и их руководителя. Вокальная группа «Романтики и Домисольки». Руководитель Анастасия Сафонова. Студия бального танца. Руководитель Степан Сичко. Студия современного танца «Джаз-фан». Руководитель Юлия Деревянко. Хор народной песни «Рябинушка». Руководитель Иван Корнеленко. Елена Турыгина. И народный ансамбль танца «Дубровушка». Руководители Евгения Грищук, Светлана Иванова, Екатерина Полеева. Филипп Программов. Светлана Макарова. Денис